Известная в стране теолог, преподаватель ислама Устадза Таслима умерла в мечети Асьяфия во время чтения Корана. وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ أُولَئِكَ عَلَى هُدًى مِنْ رَبِّهِمْ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ وَإِلَهُكُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ. Пожилая мусульманка, читавшая суру Аль-Бакара, вдруг упала навзничь. Присутствующие поняли, что она умерла. Последний аят, который она прочитала, звучал так: «Ваш Бог Аллах». Она оставила после себя большое количество чтецов, которые с ее помощью изучили Коран. Известная в стране теолог, преподаватель ислама Устадза Таслима умерла в мечети Асьяфия во время чтения Корана. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد. Пожилая мусульманка, читавшая суру Аль-Бакара, вдруг упала навзничь. Присутствующие поняли, что она умерла. Последний аят, который она прочитала, звучал так: «Ваш Бог Аллах». Она оставила после себя большое количество чтецов, которые с ее помощью изучили Коран.